Подписчица моей Лили не знает, кто это для меня. Ну, она попросила мой пони-код. И дала свой. Как бы, если что, если она взяла мой пони или я взяла ее пони, сразу говорю, что как бы она у меня ее как бы, ну, можно сказать, попросила. Да, так. Если вы слышите музыку на заднем фоне, то не обращайте внимания. О, Милка! Здравствуйте, король. И мой новый друг сослуживый. Главное. То, что всех своих подписчиков делаешь своими, можно сказать, как бы. Вот это поворот. В общем, чтобы как бы они за тобой ухаживали, так я поняла. Ой, да как ты угадала. Серьезно. Ничего не понимаю, что ты говоришь. Как ты могла подумать, что я что-то такое делаю? Да как ты смеешь? Почему? Ну, как бы, когда я смотрю видео, почему ты оказалась Юрий? Вообще-то потому, что у Нины есть нормальная ос ее, а я ее персонаж. И она делает уже все, что хочет, поэтому извините, я ни в чем не виноват. Понятно. А я еще не видела ее настоящую ос. А, ну, в смысле, почему она не приходит тогда? Ну, это в принципе логично, почему? Потому что пока что она снимает меня. А, ну окей, ну где тогда Дима? О, Дима! Что с ним рассталось? Нет, с чего ты взяла? Просто можно так сказать, что из-за того, что меня Мила сделала Юри, он теперь... я Оль. Да как такое вообще возможно? А я что знаю? Как бы... не я виновата, что Мила вам меня сделала Юри, а его я Оль. А, окей, окей. Ваша жизнь. Ну, если так, то где он? А, вот он где-то в своей берлоге сидит. В смысле берлоге? Ты что, его даже выгнала из этой, из этого бира вообще? Нет, не в этом дело, просто... ну, не знаю, просто не я выгнала, а Милка. Ну, если ты, конечно, хочешь, можешь ее в этом видео увидеть. А Димку пока что не надо вообще. Это же в клипе, может быть, он будет как бы... ну, Яой, клип Яой будет своим новым парнем. Ну, когда-то Мила мне пообещала, чтобы это все закончилось. Как будто... ведьма закрывала, ну или что-то такое. Вот. А, ну то есть сейчас твоя девушка Сакура, как я поняла. Ну как бы моя девушка каждая девушка. Это вообще как... как это возможно? Ну я сама не знаю. Просто мне каждая девушка встречная нравится, если она... ну, это пишется, ну или кто-то. Я надеюсь, меня ты не любишь, да? Ну, вот понимаешь. Нет, с чего ты взяла? Просто знаешь... просто ты мне нравишься. Не бойся, я тебя не буду целовать как Сакура, потому что Сакура моя теперь пока что любимая. Это еще пока что. Свой шанс не упусти. Нет, спасибо, нет. Да не волнуйся, я пошутила. Совсем это была не шутка. Не шутка. Ну окей. Просто знаешь, когда я снимала видео тоже, Юрий, получалось так, что я там стала Юри немного. Как бы... и это не считается еще пока что тем, что я могу быть с собой. Ну или что-то в этом роде. Ну, как хочешь. Мне это в принципе пофиг. Понимаю, что у тебя как бы уже дети. В смысле? У меня нет пары. У меня никакая девушка не может быть парой. Это если только на крайний случай. Хм. Я сейчас чего это ты взяла? Я тоже сама сказала, что ты была в этом клипе Юри какой-то другой девочкой. Ну и что? Как бы такое может быть в каждом видео? О, давай! Мне почему-то интересно еще одно видео про Юри. И... в принципе, скоро будет и разговорник, и кому интересно... напишите мне в комментариях, когда его снять, ну или что-то типа того. Да, окей, но только где Милка? А, да, точно. Да. Кстати, полное имя ее Милена. Так, Мила! Господи, какая ты нежишка. Я тебя так давно не видела. О, вот это другое дело. Привет. Я, можно сказать, подписчица твоя. Ну, у меня как бы есть и свой канал. Если я так поняла, ты знаешь мой клип Юри, то ты его смотришь. Да, всем здравствуйте.
видео, ну, потому что как бы, пока что не надо было. Собиралась когда-то в будущем делать, ну, как бы, клип там, типа, сестры, ну, да, короче, старшей сестре и младшей сестре. Ну, пока что у меня до этого руки не доходят. И так надо два клипа доделать, которые я уже давно хотела доделать и выложить на свой канал. Ну, а так как бы, я уже давно не выкладывала видео, три дня назад, наверное, типа, последнее видео было. Я решила все-таки сегодня снять видео про новую Оску на моем канале. Вот так вот. Всем привет! Сегодня у меня здесь новая подписчица, ну или я не знаю, кто это для меня. Ну, она попросила мой пони-код и дала свой. Как бы, если что, если она взяла мой пони или я взяла ее пони, сразу говорю, что как бы она у меня ее как бы, ну, можно сказать, попросила. Да, так. Если вы слышите музыку на заднем фоне, то не обращайте внимания. О, Милка! Здравствуйте, король! И мой новый друг сослуживый. Главное. То, что всех своих подписчиков делаешь своими, можно сказать, как бы. В общем, чтобы как бы они за тобой ухаживали, так я поняла. Ой, да как ты угадала? Серьезно. Ничего не понимаю, что ты говоришь. Как ты могла подумать, что я что-то такое делаю? Да как ты смеешь? Почему? Ну, как бы, когда я смотрел видео, почему ты оказалась Юрий? Вообще-то потому, что у Нины есть нормальная ос ее, а я ее персонаж. И она делает уже все, что хочет, поэтому извините, я ни в чем не виноват. Понятно. А я еще не видела ее настоящую ос. А, ну, в смысле, почему она не приходит тогда? Ну, это в принципе логично, почему? Потому что пока что она снимает меня. Ну окей, ну где тогда Дима? О, Дима! Узнай. Что с ним рассталось? Нет, с чего ты взяла? Просто можно так сказать, что из-за того, что меня милость сделала Юри, он теперь... Я Оль. Да как такое вообще возможно? А я что знаю? Как бы... Не я виновата, что Мила там меня сделала Юри, а его я Оль. Окей, ваша жизнь. Ну, если так, то где он? А, вот он где-то в своей берлоге сидит. В смысле берлоге? Ты что, его даже выгнала из этого бира вообще? Нет, не в этом дело, просто... Ну, не знаю, просто не я выгнала, а Минка. Ну, если ты, конечно, хочешь, можешь ее в этом видео увидеть. А Димку пока что не надо вообще. В следующем клипе, может быть, он будет как бы... Ну, клип Яой будет своим новым парнем. Ну, когда-то Мила мне пообещала, чтобы это все закончилось. Как будто нас ведьма закрывала, ну или что-то такое. Вот. А, ну то есть сейчас твоя девушка Сакура, как я поняла. Ну, как бы моя девушка каждая девушка. Это вообще как... Как это возможно? Ну, я сама не знаю. Просто мне каждая девушка встречная нравится, если она... Ну, это отпишется, или кто-то. Я надеюсь, меня ты не любишь, да? Ну, вот не раз. Нет, что ты взяла? Просто знаешь... Просто ты мне нравишься. Не бойся, я тебя не буду целовать, как Сакура, потому что Сакура моя теперь пока что любимая. Это еще пока что. Свой шанс не упусти. Нет, спасибо, нет. Да не волнуйся, я пошутила. Совсем.
Всем это была не шутка. Не шутка. Ну окей. Просто знаешь, когда я снимала видео тоже Юрий, получалось так, что я там стала Юрий немного. Как бы... И это не считается еще пока что тем, что я могу быть с собой. Ну или что-то в этом роде. Ну, как хочешь. Мне это в принципе пофиг. Понимаю, что у тебя как бы уже дети. Стала сыграя, в смысле? У меня нет пары. У меня никакая девушка не может быть парой. Это если только на крайний случай. Хм. Я сейчас чего это ты взяла? Я тоже сама сказала, что ты была на том клипе Юри какой-то другой девочкой. Ну и что? Как бы такое может быть в каждом видео? О, давай! Мне почему-то интересно еще одно видео про Юри. И... В принципе, скоро будет и разговорник, и кому интересно... Напишите мне в комментариях, когда его снять, ну или что-то типа того. Да, окей, но только где Милка? А, да, точно. Да. Кстати, полное имя её Милена. Так, Мила! Здравствуйте. Господи, какая ты милашка. Я тебя так давно не видела. О, вот это другое дело. Привет. Я, можно сказать, подписчица твоя. Ну, у меня как бы есть и свой канал. Если я так поняла, ты знаешь мой клип Юри, то ты его смотришь. Да, всем нравится. Понимаю, что не пускала я себе видео, ну, потому что пока что не надо было. Собиралась когда-то в будущем сделать, ну, как бы, клип там, типа, сестры, ну, сестра, короче, старшей сестры и младшей сестры. Ну, пока что у меня до этого руки не доходят. И так надо два клипа доделать, которые я уже давно хотела доделать и выложить на свой канал. Ну, а так как бы, я уже давно не выкладывала видео, 3 дня назад, наверное, типа, последнее видео было. Я решила все-таки сегодня снять видео про новую Оску на моем канале. Вот так вот.